Фільми молодих белорусских кинорежиссеров показали у Могилеве. У межах тыдню белорусского кино глядачи встретились с представниками Державной академии мастерства. Острые темы и свежий позірк на сучасность у стужках будущих метров киноиндустрии. Дети в дорослом свете – здрада и отданность, борьба добра и зла у души человека. Молодые режиссеры узнимают эти питания у своих первых самостоятельных работах. Это прекрасная возможность пообщаться со зрителем напрямую. Вот. Это на самом деле большой подарок от Министерства культуры, потому что мы можем вот сейчас приехать в Могилев, вот, могилевчанам показать наши фильмы, вот, уже еще практически учась в академии, еще не будучи, так сказать, выпускниками. Могилевский глядач такие стушки бачит нечасто. Магчыма, режиссерам покуль бракуе опыта, але энтузиазма хапае слишком. Операторские эксперименты, гульня со святлом и побач, спроба пофилософствовать, выкликать глядача на эмоции. Тематика довольно актуальная для нашей молодежи, потому что фильмы, ну, они как бы не очень простые для понимания. В Беларуси как бы мало фильмов таких известных. Ну, нужно вообще-то поддерживать начинающую молодежь, чтобы они снимали свои фильмы. Формат встречи позволяет диалог с молодыми авторами киностужек. Такая практика на початку творчего шляху особливо корыстная, упэўнены кинематографисты. Режиссеры действительно должны смотреть свое кино со зрителями в зале. И если режиссер не может смотреть свое кино в зале, то зачем зрителям это делать? И мне нравится смотреть кино, и я люблю критиковать его вместе. Да, естественно, конечно, конечно. Ведь смотришь со стороны вместе с публикой, чувствуешь вздохи, выдохи, чувствуешь, как кто-то уходит, когда не нравится. И это отлично. Ну, просто хорошая школа. Такая школа дает штуршок для профессийного росту, кажут сами режиссеры. А вот глядач мае магчимость запомнить прозвище, якія магчыма хутка станут вядомымі у киносвете. Татьяна Дмитриева, Виталий Алексеенко, новини региона.